Три года назад Крым и Севастополь вернулись в Россию. Исторический договор о воссоединении был подписан в Москве. И в тот же день республика и город «Слава русских моряков» официально вошли в состав Российской Федерации. Торжества прошли по всей стране. В Асбесте события марта 2014 года отметили концертом «Мы вместе». После тяжелого, длительного, изнурительного плавания Крым и Севастополь возвращаются в родную гавань, к родным берегам, в порт постоянной приписки, в Россию. 18 марта исполнилось 3 года с того памятного дня, когда президент России Владимир Путин подписал межгосударственный договор о принятии Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации. В соответствии с данным договором в составе России образовались 2 новых субъекта – Республика Крым и город федерального значения Севастополь. Это событие имеет важное значение в новейшей российской истории. В честь воссоединения Крыма с Россией по всей стране проходит массовое мероприятие. Асбест не стал исключением. В Центре культуры и досуга имени Горького для молодежи города прошел концерт «Мы вместе». Целью данного мероприятия является привлечение внимания молодежи к патриотизму, к любви к родине и к тому, что наша Россия расширяется, и те берега, которые были нашими когда-то, вновь вернулись в родную гавань. Мы считаем, что молодежь это должна знать и прививать дальше, передавать дальше с поколения в поколение. Потому что это событие историческое, оно войдет в учебники истории. И наши дети должны это знать и чтить. В рамках праздничного концерта для асбестовской молодежи организаторы подготовили интересную программу. На сцене выступали творческие коллективы с песнями, танцами и акробатическими номерами. Кроме того, подрастающему поколению показали ролики о событиях марта 2014 года. Анастасия Самарина, Владимир Денисов, новости АТВ.